Решил я засолить грудинку свиную. Такой кусочек. И давно хотел попробовать ее на вот этих трех приправах. Это перечная смесь с паприкой, 4 перца и для засолки красной рыбы. Здесь, понимаете, не принципиально, что написано именно для красной рыбы. То есть там состав приправ такой, что как бы можно солить все. Вот. Но также решил сделать яичницу с помидорами и с беконом. И вот сейчас я это сделаю. Отрежу кусочек небольшой. Мясо у меня, кстати, пролежало в холодильнике. Оно немножко подветрилось. Ну, я это специально сделал. Сейчас нашу грудинку на порционные кусочки порежу. Вначале обжариваю бекон. Прибавлю огонь. Нарежу помидор. Нам надо его пожарить. Мне всю командировку хотелось жареной яичницы с помидорами и с беконом. Ребят, просто вот пока я дома, надо попробовать все вкусняшки, которые можно, которые я в силах приготовить себе. Вот. Многое покупать не стал, так как посчитал это нецелесообразным. Вот, сейчас немножко мясо наше обжарится. И я сейчас добавлю наши помидоры. Слегка мы их обжарим. Прям слегка. А, как красиво получается, ребят, смотрите. Вот я думаю, так вот мы нашу яишенку и сделаем. Я даже помидорки не буду переворачивать. Пусть они с одной стороны поджарятся, как бы, а с другой стороны будут такие, как есть. Вбиваем яйцо. Теперь можно посолить и поперчить по вашему вкусу. Можно добавить ваши любимые приправы. Я вот так вот солью посыплю. Так, и посыплю простым обыкновенным черным перцем. Сейчас обжарится наше яичко. Ну и по сути все. Наш, так сказать, красивый завтрак готов.